Друзі, доброго ранку. Сьогодні ми знаходимося в торговому центрі Агора і будемо дізнаватися багато цікавого про каву. Поїхали. Скажіть, а ваша торгова мережа займається тільки кав'ярнями, як я розумію? Ну, не зовсім так. За 6 років свого существування ми, звісно ж, працюємо зі своєю сіткою. Это более 20 кофеен. Мелкими, может быть, скромными шагами, но мы вышли уже за пределы Хмельницкой области. У нас есть кофейни в городе Львов, в Тернополе. Ну, это один сегмент нашего бизнеса. Мы пошли дальше. На сегодняшний день мы всем желающим, несмотря на такую огромную конкуренцию, которая у нас существует в городе, и которые все-таки мечтают открыть кофейный чайный бизнес, мы помогаем и консультации, и бизнес под ключ. Ну и, в принципе, даже на сегодняшний день мы уже заключаем договора дилерства, то есть представление своей торговой марки. Некоторым это близко название, как франшиза. Скажите, пожалуйста, вы своих працівників сами навчаете, чи, можливо, кудись відправляєте на спеціальне навчання? Под нашим началом была открыта школа бариста в Хмельницком, и именно через эту школу обучаются абсолютно все наши сотрудники. Ну, плюс, конечно, мы будем в очень скором будущем предлагать такую услугу, как обучение всех желающих, которые хотят достигнуть вот таких высот и правильного взбивания молока, и приготовления, потому что бариста – это очень тяжелая работа на самом деле, хотя выглядит очень-очень красиво просто. То есть я сам смогу готовить каву на профессиональном кавовом аппарате и взбивать молоко, правильно? Ну, в принципе, мы вам предложим пройти стандартное базовое обучение, которое будет 60 часов. Договоримся, как, и, ну, именно во временных рамках. Ну, и в конечном счете, если у вас будет желание, я думаю, научим. Сеть кофеен «Твоя кава» желает вам хорошего дня и пейте правильный кофе.